Мы заметили, что в Таиланде, если оставить хоть что-то съедобное, сразу сбегается куча муравьев, и мы хотим попробовать, вообще, что они любят больше. Нет, мы будем класть культурненько по одной чипсы печенка Орео. Мы только проснулись, и сразу результаты эксперимента. Да, сразу к муравьям побежали. Смотрите, у нас вообще интересный очень результат. Привет! Привет, ребята! Привет! Сейчас уже у нас почти ночь. Почти ночь. Да. И вон Катю хочет снять. Катя, у нас сейчас будет эксперимент ночной. Вон Кирюша, все собрались, все здесь на ночной эксперимент. На какой, ребята, скажите, про кого? Муравьев! Мы заметили, что в Таиланде, если оставить хоть что-то съедобное на, хотя бы даже, не знаю, на полчаса, сразу сбегается куча муравьев, и мы хотим попробовать. Что муравьи едят? Вообще? Что они любят больше? Да, что они любят больше всего? Оставлять им по два вида еды, и где будет кучнее муравьишки, значит, тот выиграл. Значит, сейчас мы сами выберем, а вы сейчас пишите в комментариях, что на следующий день нам оставить. Виноградик, бананчик. Нет, ну вот предлагаю там сосиски можно, там, я не знаю, сок, молоко. Сейчас мы будем класть Орео печенку, да, и чипсу. Чипсы Лейсы. Чипсы Лейсы, Орео печенку. Вот, значит, что, ну что, давайте начнем? Да. Так. Завтра что будет, ребята? Может, не отмыть, может, да? Вообще не то, что не отмыть, может, мы кухню не найдем среди муравьев. Нет, мы будем класть культурненько по одной чипсы, мы не будем целый пакет. О, большая, хорошая, муравьи полюбят. Так, надо здесь написать тогда чипсы, чтобы, а если они, да, если они утащат это все, хоть здесь будет написано, что это было чипсы. Так, чипсы. Куда эти чипсы? Да, побежим. Сейчас Катя утащит, ночью придет, она любит чипсы. Да, так, и у нас печенка вот здесь вот Орео. Так. Печенка Орео. И у нас утащит быстрее. Муравьям мы отдаем. Это так, муравьишки сидят. Давайте здесь напишем Орео. Орео. А здесь напишем Орео. А, Орео? Исправь, зачеркни, сверху напиши. Орео. Отлично. Замечательно. А здесь чипс. Чипс. Чирс. Вот просто написал. Это П. Чирс. Чирс и Опио. Так. Завтра самый смелый только спустится с утра. Я последняя спускаюсь. Я завтра сплю до 12. Так, кто спускается, сразу же берет камеру. Окей, давайте наоборот, почему спать, пока они нас не съели. А вдруг они проберутся? Вдруг они нас съели. А следующий мы сделаем эксперимент, положим кому-нибудь на ночь на лоб чипсу. Ну все, давайте до утра. До утра. Ребята, доброе утро. Ребята, доброе утро. Мы только проснулись, и сразу результаты эксперимента. Да, сразу к муравьям побежали. Смотрите, у нас вообще интересный очень результат. Орео выбрало 150 тысяч муравьев. Смотрите. А чипсу, покажи чипсу пока. А чипсу не выбрал никто. Только нет, один. Три муравьишки, вон там еще третий есть. Нет, тут еще полный. Еще, ну-ка дайте по чипсу пошли. Вот они, все, кто выбрал чипсину. Значит, у нас Орео вкуснее для муравьев, чем чипсы. Запомните, ребята. Запомните это. Кормить муравьев надо только Орео пока. Ну да. Смотрите, пока. Они еще, смотрите, запивают тут из раковины. Дорожка какая. Вот дорожка муравьиная, вы видите? Вон куда, в раковину идет. Да они свой муравейник несут. Свой муравейник по кусочкам? Они съели печенюшку, вы видели вообще? Я видел. Да? Смотрите, они там короче. Они кусочек съели. Ну ты не трогай, не трогай! Успокойся. По тебе ползают. Ничего. Смотрите, они съели ее, обглодали вообще за ночь-то. Покажи. Ого, дай Ростя посмотрит. Эксперимент удался, ребята. Да. Эксперимент понравился. Надо продолжить. Ага. Да нет, интересно, на самом деле интересно. Я не ожидала, что они выберут именно печенинку. Напишите в комментариях, что положить следующим. И давайте мы им усложним. У нас есть такие чашечки. Да, причем пишите два продукта. Например, там, не знаю, молоко, кефир, не знаю, там масло, маргарин. Дай чашечку покажи. Сахар, соль. Мы положим, короче, вот в такую чашечку. Смотрите, они уже с ножкой. И посмотрим, доберутся ли они до верху.
Да? Ну, это сложно. Ну, посмотрим, давай попробуем. Нет, доберутся. А вдруг просто, доберутся? Просто вот так. Это надо тогда, знаешь, положить два новых продукта, да. А Орео положить вот в эту штучку. Мы уже знаем, что они любят Орео. Ну, доберутся давай, ладно. Они за Орео два в чашечку. Да, два новых продукта и в чашечку. Ага, и они все к Орео пойдут. Ладно, подумаем. Пишите в комментариях, какие продукты. Ставьте лайки. И на следующий, ну что, через день, да, будет у нас новый эксперимент. Все, давайте, пока-пока. Пока. Пока.